Мозырь. 34-летний местный житель пришел в аптеку за настойкой календулы. Провизор сообщила ему пренеприятнейшее известие. Данного препарата нет в наличии. Посетитель стал громко и бессвязно возмущаться. На замечание другого покупателя отреагировал агрессивно. Тот понял, что нужна помощь профессионалов. Вышел на улицу и стал звонить в милицию. Тем временем буйному посетителю без календулы стало совсем худо. У меня голова крепкая. Мужчина, покиньте помещение. Я не говорю, что есть разобьется. Ты говоришь, что вода течет через метровое, но забьется в 30 секунд. Я тебе говорю. Группа задержания обнаружила хулигана у соседнего магазина. Он и там успел поскандалить. Как показало медосвидетельствование, в крови мужчины было больше 2 промилле алкоголя. В этом году мазырянин уже 10 раз привлекался к административной ответственности. 11-й эпизод получился самым громким в его карьере.